Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, и добро пожаловать на новую серию по игрушке BeamNG Drive. Друзья, всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятного просмотра. Сегодня будет, как всегда, весело, интересно и много разрушений. Ну, блин, в игре BeamNG Drive по-другому быть и не может. Сразу скажу, что подобное я уже организовал на своем канале, если не ошибаюсь, даже два раза, но последний раз было, наверное, года два назад. И, в принципе, вам зашла эта серия, поэтому, друзья, можно тоже вот на постоянной основе, в принципе, это устроить, потому что это зрелищно, круто, залипательно и, короче, вообще круто. Вот. Заебись, у меня очень большой словарный запас. Короче, ребят, есть автомобиль, который у нас будет меняться. То есть мы не на одном вот этом а-ля X7 или X5. Ну, вот эта вот моделька просто очень похожа на новый X5 или X7. И, соответственно, трасса, и, соответственно, очень много лежачих полицейских, друзья. И, ну, вы понимаете, что на скорости, заходя на них, у нас сейчас будет очень весело. Особенно для подвески. Вот подвеска прям скажет, что ха, классная идея. Вот, ну, ребят, ну, помимо подвески, конечно, будет разрушаться и автомобиль. Будет, скорее всего, много переворотов, поэтому это реально круто. Я предлагаю просто начать уже, потому что как бы все понятно. Итак, друзья, первым я специально взял кроссовер, который, по идее, наверное, легче, чем остальные какие-то легковые, особенно низкие автомобили, все это преодолеют. 150, 160, 170 км в час, 180 и... Ребят, вот что значит высокий практичный автомобиль. Да, подумаешь, у нас немножечко получается три покрышки. Разрушилась. Передняя правая почему-то нет. По дискам у нас разорвало задний правый. И, по-моему, задний левый вообще сильно разорвало диск. Ну и, соответственно, разрушение покрышек. Ну, по подвеске, я думаю, там тоже вопросы есть. Сработала аварийка. То есть тачка поняла, что произошло что-то не очень хорошее. Но в целом, друзья, как мы видим, повреждений по кузову вообще никаких нет. То есть, ну зазорчики там что-то вот тут вот. Ну, сейчас в сервис заедем, как бы сделаем. То есть, могло быть хуже. Но я предлагаю сразу сделать, знаете что? Я предлагаю взять больший разгон, потому что, ну что это, ну 180 км, это разве скорость, как бы, да? Что, давайте хотя бы, чтобы минималочка была 200 км в час, чтобы было веселее. Итак, друзья, снова повторим, второй раз. Снова у нас наш X5 или X7, пока я так и не определился еще. И действительно... Ну, почти 200 км в час, я прям угадал. Итак, друзья, смотрите, на первом лежачем полицейском, получается, я подпрыгиваю. Точнее, не я подпрыгиваю, а тачка подпрыгивает. Пролетаем над... Так, сейчас что-то будет. Так, ой, как отрабатывает. У нас еще низкопрофильная резина, поэтому тут как бы диски сразу деформируются. Хотя, такое ощущение, что если профиль был повыше, все сразу было бы по-другому. Давайте чуть-чуть ускорим. Слушайте, ну прям... Отыгрывает, старается, смотрите, не, бампер не заживал, и еще потому что клиренс все-таки большой. На скорости 190 я прохожу эти лежачие полицейские. Вот тут вот хороший такой ударчик по передней подвеске. Я думаю, что пневмобаллоны уже сказали до свидания мне в этот момент. Да, ребят, вот тут у нас посерьезнее будут повреждения, потому что вы видите, что колеса уже как-то, ну, не особо прям-таки стоят ровно. Пневма, походу, реально вышла из строя. Зазоров уже появилось намного больше. Кузов просто отыгрывает, то есть, смотрите, да? Вообще, фары трясутся. Но пока едем. И, слушайте, у меня такое ощущение, что, в принципе, давайте ускорим. Не дождался этого момента, друзья. Все-таки произошел какой-то пиздец, который объясняется только как каким-то физическим, да, термином. Но я не физик, поэтому мне похуй, просто было красиво, да, скажем так. Переворот. Покрышка растянулась, как мои трусы в новогоднюю ночь, да? Странно звучало. Вот, и, соответственно, это все ерунда. Я просто представляю, что сейчас будет с низкими машинами, которые мы будем тестировать. Давайте вот, мы дойдем обязательно до низких машин, но сначала ротари вагон драк автоматик в рот ебатик. Ну-ка, давайте вот эта моделька, мне кажется, сейчас хорошенько так. То есть она получается и высокая. И в то же время, как бы, еще и драгстер. Ну, то есть, как бы, вообще, что сейчас ожидать, честно говоря, вопрос остается открытым до последнего, я думаю. Итак, мы ускоряемся. Я делаю все возможное, чтобы держать, чтобы вы понимали эту машину. Сейчас, друзья, сейчас все... Я это сделал! 250, 260 километров... Что-то мне не нравится удар, который пришел сейчас сначала. Значит, задняя покрышка уже лопнула. Но, в принципе, друзья, знаете, ну, нормально идет, под речком, да? Смотрите, вот сейчас, ой-ой-ой, вот это ошибка. Вот это ошибка, то, что она мордашку-то свою повела куда-то вниз. И сейчас будет, походу, давайте смотрим внимательно, чуть ускорим. Ой, блядь. Ребят, ну я же сказал, сегодня будет много переворотов. А когда я что-то говорю, обычно оно сбывается. Ну, красиво.
красиво, да? То есть все произошло только из-за того, что тачку занесло во время прохождения этих бордюрчиков. Лежачих полицейских, если быть точнее. Ну так, задняя ось хотела нас покинуть, но отважно удержалась в последний момент. Поэтому на самом деле... Ну что-то она еще пытается... Что-то немножко дымить стало, да, по-моему? Проблемы небольшие появились, но ничего страшного, ничего страшного. Так, ладно, ладно, все-таки мне не терпится, друзья, поэтому с вашего позволения, естественно, под конец мы запустим что-то очень быстрое. Поэтому предлагаю взять ETK K-Series, она, в принципе, относительно низкая, а версию, да, в принципе, нам пойдет вот это вот, KC8, ну, короче, относительно заряженная, на полном приводе, по-моему, если не ошибаюсь, голубенького цвета, а-ля М4, только почему-то на полном приводе, непонятно почему. И выключаем стабилизацию. Да, друзья, сейчас надо будет выхлоп прям на МГ тянет, я бы даже сказал, на какую-нибудь Сэшечку 63-ю. Нормально рычит. 230, 240, 250 без замедления. Ну, ребят, ну за такое можно и лайк, мне кажется, поставить, потому что это было и красиво, и с огоньком, и с... Нет, сначала с брызгами, а потом с огоньком. То есть прям вот такой, то есть прям... Это прям перформанс такой, знаете, представление просто какое-то получилось. Так, а теперь позвольте, конечно же, я хочу это посмотреть еще и замедление. И, наверное, все-таки немножко с другого ракурса, потому что красоты там было много. Итак, друзья, все то же самое, только включаю замедление, залетаю на лежащий полицейский и... да. Значит, что я могу сказать? На первом же лежащем полицейском на такой скорости передний бампер автомобиля сказал, как бы, я, пожалуй... Моя остановочка, я, пожалуй, выхожу... Так, ладно, чуть-чуть ускорим. Чуть-чуть. Вот я, пожалуй... И мне кажется, начнется веселье самое здесь. Значит, смотрите, машина просто пролетает. Я не знаю, сколько, но очень много лежащих полицейских. И вот сейчас начнется пиздец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мордашка, мотор, просто моторный отсек сказал. Что-то много кто мне сегодня разговаривает, блядь. Санек, ты, главное, сам разговаривай, а остальное все нормально. Так, это немножко даже покрасивее можно... Покрасивее вообще-то правильнее. Ну ладно. Покрасивее даже, чем прошлое. Но без огонька пока что. Давайте, ладно, еще немножечко ускорим. Ой, ребята, вот сейчас начнется. Ну это пиздец. Ну это прям, знаете, это уже не прохождение лежачих полицейских, это уже пролетая над гнездом кукушки, называется, да? Не, первый раз, наверное, все-таки, если в замедлении мы посмотрели, это было бы реально поинтереснее. Ну, морда... Морда ушла куда-то. Куда-то ушла. Так, ладно. Хорошо, берем что-то, давайте, я даже не знаю, что сейчас-то попробую. А Формула-1? У меня такое ощущение, что прошлые разы я даже и не задумывался о таком. Ну, ребят, как бы всякое бывает, знаете, ну, как бы какой-нибудь новый, там, Гран-при F1 чемпионат. И, как бы, почему-то на трассе оказались, как бы, лежачие полицейские. Все может быть, давайте предвидеть, как бы, да, ситуации все равно наперед. Поэтому, блять, я сейчас думаю, будет вообще жопа полная. 300 км в час, друзья. Бля. Посмотрите на нашего пилота. По-моему, он точно включил какой-то нормальный музончик. Бля, я просто взлетел. Нет, к такому жизнь меня не готовит. Подожди, стоп. Там пилот, штурман, прямо по курсу елка у нас, как бы. Ничего? Да куда полетели-то? Бля, ее сейчас сложат, я ебу как. Ну да. Кто бы мог подумать, друзья? Понимаете, да, ситуацию? Только вот как бы у меня могла такая штука выйти. Просто я как бы... Я хотел протестировать, как Формула-1, болид Формула-1 пройдет вот такую вот череду препятствий. Но Формула-1 съебалась на верхушку елки. Я понял, ладно. Давайте этот тест тогда закроем сразу, потому что, в принципе, сразу ясно, что и как будет. А, друзья, да, я думаю, что это будет хорошая мысль запустить новую модельку, последнюю, добавленную официально в игрушку Bimenji Drive, под названием Гаврил что-то там, ну, как обычно. И, конечно же, это наш лоурайдер, который у нас умеет... Что там он у нас умеет? Ой-ой-ой, как страшно. Ой, как страшно. Ну, прям, не, нам надо самое низкое положение, друзья. Скорость будет небольшой, но машина, как бы, ну, лежит практически на земле, да, своим пузом. Поэтому я думаю, что в этой ситуации... Бля, как медленно все выглядит изнутри, это пиздец. То есть сейчас я еду 65-70 миль, да? Ладно. Ну, попробуем. Не, можно, конечно, попробовать гидравлику, да? Но... А, бля... Что-то пробило. Есть пробитие!
Все вырвало, хуям собачьим. Бензобак, кстати, ёбнул, но он не ёбнул. Он просто потек. Вытекает топливо усердно. Нет, друзья, в этом случае, конечно, все красиво, все хорошо, но нам нужна скорость. Поэтому позвольте, наверное, перейти все-таки к более быстрым автомобилям. И с вашего позволения, друзья, я хотел бы затестировать такую замечательную модельку, как... Не, можно, конечно, какой-нибудь... А, ну, в принципе, у нас внедорожник уже был. А, давайте Hirochi SBR4, но это, правда, уже было, точно. А, да, я же хотел, типа, а-ля Tesla, то бишь электромобиль, то бишь ESB... Это самое мощное, разве? Я что-то вообще ничего не вижу. ESBR... Вот это, разве, самое быстрое? Два... А, да? Белого цвета, нормально. Так, ну-ка, друзья, Tesla. Ну, типа Tesla. Или просто электромобильчик, который прямо сейчас у нас пройдет наши... испытания. Итак, поехали. По-моему, это не самая версия. Там же ESBR 900 была или какая-то такая, нет? Или мне кажется? Ну ладно, не суть важно. Скорость все равно приличная. Итак, друзья, электромобиль, который прямо сейчас на скорости 200... Блять, это больно вообще на самом деле. Вот для таких автомобилей прям-таки больно. Прям-таки вот сейчас можно ожидать все штуку. А что так хреново покрашено? Почему бампер так отличается? Уже не отличается. Так, ой-ой-ой-ой. А фонари-то дорогие, наверное. А фонари-то, наверное, дорогие. Ой-ой-ой-ой, как она плывет. Ой, как подвесочка отрабатывает на отлично. Просто так, ускорим. Ускорим, друзья. Ну, сейчас при приземлении, я думаю, произойдет пиздец. Ой-ой, бля. А что там, электромоторы видно, да? Там нихуя не видно. Хотя очень хотелось бы на них посмотреть, ну ладно. Ну, в целом так, на четверочку и приземление у нас... Нормально, так елочку обогнули, на оффроуд приехали. И машина, кстати, на ходу. Но дерево помешало, потому что руль уже не слушается, как бы колеса не крутятся, не вертятся, не поворачивают. Так, я должен был это сделать, друзья. Вы прекрасно помните эту модельку, поэтому... Я не знаю, какая сейчас будет скорость. Я, наверное, не сразу активирую этот... Не, так все хорошо, но тут есть реактивная тяга. Включаем стабилизацию. Ну ладно, хорошо. Бля, сейчас будет жопа, я чувствую. Блять, там что с колесами-то? Пизда, капот открыла, не видно нихуя. Отключаю реактивную тягу. Отключилась? Что-то она нихуя не отключается. Это что за капсула, блять? Просто у нас просто все колеса как бы... Ну, как бы... Бля... Ладно, я ускорю. Она, машина очень хотела съебаться куда-нибудь наверх, но у нее это не получилось, потому что впереди как бы было дерево, а так шансы были. Ладно. Окей. Я все-таки попробую проконтролировать сейчас как-то этот процесс. А можно... Я выключил. Блядь. Просто крайне неудачный тест, реально. То есть я оторвал задние колеса, при этом еще оторвав, ну точнее, разорвав скорее бензобак. И как бы дальше что-то пошло не так. Так, ладно. Я попробую. Нет, это невозможно сделать, друзья. Это нужно делать по последний момент включать. Потому что когда я отключаю реактивную тягу, машина по инерции начинает скользить очень жестко. И дальше ее просто не словить. По-моему, мне повезло. Хотя пока я не ручаюсь сказать точно. Нет, показалось, друзья. Между двух... Вот эта парковка нормальная. При этом передний бампер, между прочим, остался практически на своем месте. А, ладно, так. Ну, ладно, хорошо, хорошо. 200BX, все-таки машина классика, да. У нас надо как-то что-то придумать такое. Актив... Что это такое вообще? Это... Что-то... не едет, не едет. Неинтересно, неинтересно. Надо что-то... Что-то быстрое. Ну, хорошо, ладно. Мы... О, антилак. Black on black? Она едет или как обычно сейчас будет? Чувствую, что сейчас она не поедет. Вот прямо вот отвечаю. Вот сейчас что-то... Моторы взорвутся прямо на старте. Вот прям чувствую это своей жопой. Нет? Она даже не хочет появляться. Ой-ой, все, какой... Какой? У тебя там какой... Ты какой спортивный мальчишка, а? Ну-ка. Как рычит, а? Вот это корчелыга. Ну хорошо, 213, вполне нормальная скорость. Вот сейчас я просто хочу вот это увидеть момент, потому что я понимаю, что вот этот первый полицейский лежачий, он как бы не очень хорошо поздоровается с бампером, и произойдет... И колеса тоже, я думаю, такие... Ай, блядь.
Ну, друзья, смотрим. Так, окей. Ага. Бля. Пока они не отлетели, но они очень-очень... Ой, блядь. Ой, бля. Это даже это больно смотреть, да? Есть такое ощущение какое-то? Просто как бы реально больно. Так, полет, небольшой полет и приземление сейчас будет... Ой, ой, что творит? Ой, что творит? Что творит? Так, едет пока. Трет пузиком своим, но едет, друзья. Пока колеса на месте, смотрите, уверенно держат. Так, интеркулер. Останется ли он на месте? Ну, сейчас что-то произойдет. Вот сейчас... О-о-о-о. Ай! Тихо. Давай, малыш, давай. Давай, хороший. Слушайте, возможно, кстати, все обойдется. Я, конечно, не подстрекатель, мне хочется уже. Бля. Че, неужели повезло? Я пока просто боюсь ускорить. Что-то повело кузов, по-моему, да, из-за этого треснуло все на свете. Ребят, по-моему, я живой. Вот вы могли подумать, что этот автомобиль как бы чуть ли не самый лучший, кто выдержит это все испытание? Слушайте, он так еще неплохо рулится, смотрите. Я пытаюсь его как-то закинуть. А он прям держится на дороге. Ну-ка, подождите, мне кажется, даже сюда сейчас врулю. Ему похуй вообще. Ребят, понимаете, да? Смотрите, я пытаюсь его за нос кинуть. Он выруливается, блядь. Ебать, блядь. Мотор на соплях остался висеть просто. Тачка классная. Реально. И, друзья, напоследок, я увидел одну интересную модельку, которая... Сейчас, по-моему, да, по-моему, она была. Hill Climb Asphalt. Довольно низко, да? Драк? Бля. Это давненько я на сараях на этих не катался. Не, все-таки Hill Climb вот этот мне больше нравится, потому что там еще есть реактивный... А, то есть бесшумно, да? Как вообще похуй на звук. Какие-то... И вообще, а так похую, еще перегревается. Отлично, Hill Climb, блядь. Ну, главное, пропердец, как бы, да, там уже как попрет. Ну, в целом... Ну, как бы, немножко с курсом, по-моему, сместились, да, как бы, курс. Главное газовать, чтобы, как бы, да, дополнительный звук, антилаг присутствовал. Это... По-моему, он уже... Небольшие проблемы. Это корсар закинули просто под моторный отсек. Я все-таки хочу сделать красиво, друзья, попасть, так сказать, в дырочку, не в дырочку, а по нужному направлению, поэтому... Бензобак, да, чувствуете? Чувствуете, да, сколько много брызг сразу? Бля, я опять сместился с курса, вы понимаете? То есть, как бы... Бля... Вот это жестко, кстати. Всё? Просто проехал мимо, блядь! Слушайте, ребят, ну мне кажется, что это прикольно, вот эта вот езда по лежачим полицейским. Короче, в следующий раз... А, друзья, кстати, еще давно хотел спросить, уже не знаю, год хотел спросить, реально. Не могу найти и наткнуться на эту трассу. Видел ее кучу раз. Короче, есть трасса, широкое шоссе, и по бокам вода. Широкая, там, по-моему, по две полосы или по три в одну сторону и также в другую. Прямая шоссе просто. Вот. Вот как она называется, эта карта? Потому что там можно с трафиком такую, мне кажется, фигню мутить. Поэтому, друзья, буду благодарен, если вы мне подскажете. Ну и, соответственно, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу лежачих полицейских. Стоит ли еще организовывать подобные серии. И, ну, если вам понравилась эта серия, друзья, поддержите ее, пожалуйста, лайком. Подписывайтесь на канал, если тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Увидимся совсем скоро. Всем удачи и всем пока-пока, друзья.